равняется нулю. Даже в этом случае полное рассеянное поле, расходящееся от самолета по всем направлениям, уменьшается по мощности только в половину. А это означает, что остается в окружающем пространстве много рассеянной энергии. И она может быть использована для обнаружения даже таких идеальных стелс-объектов. Эффект, о котором рассказывал Уфимцев, в радиолокации был известен давно. Но до сих пор никто не мог дать этому научное обоснование. Вот я со своей теорией я объяснял физику. Я объяснил, что это такое, почему это, какие законы управляют вот этим излучением. То есть дал физическое обоснование этого эффекта. Выступление русского профессора вызвало в аудитории бурю аплодисментов. Впервые за всю историю Конгресса. Но кроме научного обоснования этого эффекта, необходимо было понять, каким образом полученные расчеты применить на практике, как обнаружить остаточное излучение. Это оставалось загадкой для всех. Почти для всех. Для того, чтобы обнаружить вот это остаточное излучение, которое я называю теневым излучением, нужно использовать другие радары. Большинство радаров являются моностатическими. Это означает, что передатчик и приемник находятся в одном месте. Такой радар видит только тот сигнал, который возвращается от цели в строго обратном направлении. А если луч отклоняется в сторону, радар его не видит. Для того, чтобы использовать вот этот дифракционный эффект, нужно применять радары нового типа. Когда приемник в одном пункте находится, а передатчик в другом. Я рассказал про бистатические радары. Ну, это то, что может быть в будущем сделано. Ну а в настоящем американцы со свойственным им размахом по всему миру рекламируют свою невидимку. Он летит. Невидим. Неуловим. Вдвое быстрее звука. Великая совершенная машина. Такое величие недоступно человеку. Мощь чистого разрушения, которой хочется обладать. Она способна сделать любую страну или даже одного человека силой, с которой нельзя не считаться. Один за другим выходят художественные фильмы, где стелсы с легкостью побеждают противника. Американцы умело создали миф о неуязвимости стелсов и заставили весь мир поверить в это чудо. Но, как известно, чудес на свете не бывает, и этому мифу скоро суждено развенчаться. Быть выше всех, дальше всех, быстрее всех. Согласно стратегии мирового лидерства, по которой США являются единственной глобальной сверхдержавой, американские военно-воздушные силы продолжали миротворческие бомбардировки на Балканы.
27 марта 1999 года в небе над Югославией был обнаружен сбит американский самолет-невидимка. Кадры сбитого стелса обходят информационные агентства всего мира. Этот факт широко освещался в СМИ, ведь это была сенсация. Самолет-невидимка был зафиксирован и сбит. Значит, он все-таки не до конца невидим. Таким образом, эра господства американских невидимок завершается. Теперь невидимый стелс может увидеть каждый. Американцы с неподдельной болью признают этот факт. Я скажу, но я буду осторожен, говоря об этом. Нужно понимать, что нет стопроцентной гарантии того, что самолет-невидимка не будет зафиксирован. Те, кто считает, что этот самолет абсолютно невидим, ошибаются. Хотя это кажется невероятным, нужно воспринимать это как факт. Очень часто так бывает в жизни, что на что-то нацелились, что-то сделали и радовались. А потом оказалось, что есть и теневые стороны в этом. Ничего идеального в мире не существует и универсального. Так? Они все сделали правильно. Они сделали стелс по отношению к существующим радарам. А что касается дальнейшего развития вот этой техники, это будущее. Ну, люди будут думать, что делать. Для того, чтобы создать стелсы уже для бистатических радаров. США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Турция, Канада, Австралия, Дания и Норвегия. Ученые и военные 9 стран объединились для создания нового стелса. F-35 flight tests revealed stunning results. Испытания F-35 дали ошеломляющие результаты. Оказалось, такой самолет заметен не более чем шарик для пинг-понга, а это в несколько раз меньше, чем у самого совершенного американского самолета. Очередная победа, совершенная лучшими умами человечества, стала гордостью и достоянием Соединенных Штатов Америки. Сейчас это в порядке вещей, к сожалению, для науки. Сейчас очень многие ученые работают в разных странах, читают там лекции, участвуют там в научных конференциях, семинарах. Почему там происходит? Потому что там науку поддерживают, оплачивают как следует, создают условия для научной работы. Петр Уфимцев – один из тех многих, кто до сих пор, живя и работая в чужой стране, мечтает вернуться на родину. Я думаю, что если бы зависело только от него, он, безусловно, бы вернулся. То, что он скучает по России, в этом нет никакого сомнения. Ну, видите, тут ситуация такая, что моя сейчас главная задача – это поставить на ноги детей. То есть я должен их поддерживать. Если я сейчас возвращаюсь и иду на зарплату, ну, там, в 7 тысяч рублей в месяц, то я буду не в состоянии не только семью содержать, но и себя одного. Так что мне сейчас приходится Америке обеспечивать, поддержать своих детей. Вот так вот я остался и продолжаю работать. То, что он сделал для развития и воплощения в жизнь идеи создания самолетов-невидимых, неоценимо. Теория, которую создал Петр Уфимцев, стала основой для многих других американских проектов. И это одна из теорий, которая помогла изменить мир.